Нижегородская область получит почти 200 миллионов рублей для возведения временных сооружений к чемпионату мира по футболу. На выделенные правительством Российской Федерации средства вокруг стадиона Нижний Новгород построят медиа-центр, зону логистики, центр волонтеров и многое другое. По словам исполняющего обязанности заместителя губернатора региона Дмитрия Сватковского, правительство страны предполагает оставить здесь все виды временных объектов и передать их на баланс Нижегородской области. Нам хотелось бы грамотно это использовать, в первую очередь использовать на самом стадионе, чтобы сделать комфортную ситуацию в будущем для всех игр, которые будут происходить. Мы вообще планируем, что все временные сооружения у нас останутся, мы бы очень этого хотели. Часть из них будет демонтирована и передана организациям, прежде всего спортивным Нижегородской области. Часть, та, которая находится на территории стадиона, наверное, мы сохраним, поскольку они полезны будут для функционирования стадиона в режиме наследия.